Дорогие земляки, вот и закончился 2022 год. Это был сложный и насыщенный период, но мы прожили его достойно. Дорогие иркутяне, благодарю вас за помощь, поддержку, сотрудничество и активное участие в жизни и развитии нашего города. Это очень ценно. Желаю, чтобы в наступающем году все ваши цели были достигнуты, чтобы рядом всегда были близкие люди и в доме царили уют и тепло. Здоровья вам, благополучия и счастья. С Новым годом!